Основная задача при уборке картофеля состоит в том, чтобы сохранить качество клубни. Поэтому нам необходимо применять целый комплекс мер, который позволит снизить стрессовую нагрузку на клубни и уменьшить их повреждения. Этого можно достичь, используя правильно подобранную технику, ее точную настройку и регулировку, а также работая с оптимальной скоростью и учитывая нужную глубину выкапывания. Сегодня мы с вами рассмотрим картофелеуборочный комбайн, булка, который справляется с этой задачей на все 100%. Добрый день, коллеги и друзья! Меня зовут Сергей Корниченко. Я представляю направление техники по возделыванию и выращиванию овощей и корнеплодов в компании LBR. Сегодня мы с вами рассмотрим картофелеуборочный комбайн «Булка», который, по сути, представляет собой последовательный некогда популярного комбайна на российском рынке польского производства «Анна». Картофелеуборочный комбайн «Булка» представляет собой однорядный комбайн, который способен выкапывать, очищать от земли и корневой системы корнеплоды, а также отделять камни от них, отправляя эти камни в специальный бункер для камней. Итак, кому бы мы с вами могли порекомендовать данный вид картофелеуборочного комбайна? Такой комбайн прежде всего будет интересен небольшим фермерам, небольшим фермерским хозяйствам с площадями до 25-30 гектар картофеля. Особенно это актуально для тех хозяйств, в севообороте которых присутствует такие культуры, как лук, морковь и картофель, так как при оснащении данного комбайна специальными приставками он может использоваться как для уборки картофеля, так и для подбора лука и выкапывания моркови. Итак, для каких почв будет эффективен данный картофелеуборочный комбайн? Целесообразно применять этот комбайн на легких и сверхлегких почвах, не засоренных крупными камнями и относительно ровных рельефов с уклоном почвы не более 5 градусов. При этом предварительно очень важное условие – ботва у картофеля должна быть обязательно удалена ботвоудалителями типа МБУ производства компании «Техмаш». Давайте перейдем к конструкционным особенностям данного картофелеуборочного комбайна. Один из самых главных элементов данного комбайна – это подборщик. Конструкционно он состоит из чего? Он включает в себя раму, два дисковых ножа, лемех, втягивающие ролики, копирующий ролик и встряхиватель. При этом подборщик комбайна сконструирован так, чтобы обеспечивать максимально легкий доступ к настройке ножей и глубине подкапывания. Таким образом, глубина подкапывания у данного комбайна настраивается гидравлически из кабины трактора. После выкапывания картофель попадает на систему очистки картофелеуборочного комбайна «Булка». Данная система состоит из следующих элементов. Это отсеиватель, ботвоудалитель, очиститель и сортировочный стол. Давайте же рассмотрим каждый из этих элементов в отдельности. Первый самый ключевой элемент – это отсеиватель. Он у нас конструирован со специальными прорезиненными прутками, которые исключают травмирование клубни в процессе очистки. Благодаря настраиваемой интенсивности встряхивания и обрезиненным элементам, овощи очень хорошо очищаются от земли и прочего мусора. После этапа ботвоудаления наш картофель попадает на очиститель. Очиститель – это такой элемент в комбайне, который состоит из рамы, пальчиковой горки и скребка. Он предназначен для выброса мелких камней, груд земли, сорняков, которые остались в процессе очистки, на выкопанное поле и передачи клубней дальше по системе очистки на сортировочный стол. Вот эта специальная конструкция очистителя и установленная на нем скребка, она позволяет отсортировать камни и направить их в специальный узкий канал, из которого они попадают в отдельно выделенный бункер для камней. После очистителя наш картофель попадает на сортировочный стол. Это специальный элемент комбайна, который предназначен для отсеивания камней и крупных комков земли, на котором могут работать одновременно до 2 операторов. Сейчас мы можем с вами видеть, как происходит ручная инспекция картофеля. Хорошие клубни, они поступают по транспортеру дальше в бункер, а крупные комки земли и камни отправляются в специальный бункер для камней. Итак, что бы хотелось выделить отдельно. Данный картофелеуборочный комбайн «Булка» можно использовать на уборке не только картофеля, но также и моркови и лука. Это делает его универсальным помощником в любом овощном хозяйстве. Но не стоит забывать про то, что для этого комбайн нужно укомплектовать специальными приставками для уборки моркови и подбора лука. При этом обязательным условием является то, что морковь должна быть короткоствольная. Ботва у моркови должна быть предварительно удалена. Картофелеуборочный комбайн «Булка» оснащен бункером грузоподъемностью 1250 кг. Данный бункер имеет донный транспортер с приводом от гидравлики трактора, что обеспечивает плавную выгрузку урожая в транспортное средство. При этом бункер поднимается для выгрузки в транспортное средство при помощи лебедки.
Опционально картофелеуборочный комбайн Болка можно оснастить специальным рукавом амортизатором, который ограничивает высоту падения клубни и тем самым обеспечивает аккуратную перегрузку в прицеп транспортного средства. Что касается цены данного картофелеуборочного комбайна, то она приятно вас удивит. Цена комбайна существенно ниже представленных на российском рынке аналогов. В завершение я хочу пригласить вас к нам на площадке, на нашей площадке, на любой из наших филиалов сети ЛБР, где вы можете посмотреть на сельскохозяйственную технику вживую, посмотреть, увидеть все то, что я вам рассказывал, походить, потрогать, протестировать. И, конечно же, вы можете получить грамотную консультацию от нашего менеджера по данной технике. Чтобы узнать цену на картофелеуборочные комбайны Болка или изучить его подробные технические характеристики, переходите на наш сайт по ссылке, которая находится в описании к этому ролику, а также подписывайтесь на наш канал и будете первыми получать все новые полезные видео о сельхозтехнике. До новых встреч!